Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о системе внутренней канализации компании «Ростурпласт». Данная компания имеет 3 завода, все они находятся на территории России. Продукция выпускается из первичного сырья таких компаний, как «Томскнефтехим», «Сибур» и ряда других заводов. В ассортименте выпускаемой продукции имеются все необходимые элементы для построения полноценной канализационной системы. Например, трубы от 32 диаметра до 125. Также фитинги. Один из очень интересных элементов – это восстановитель раструба. Если произошла небольшая беда и у вас произошло разрушение раструба, можно использовать этот фитинг и восстановить систему. Для более сложных решений имеются крестовины, двухплоскостные, соответственно, левые и правые. Продукция обладает повышенной химической стойкостью, данные приведены в таблице. Уплотнительные кольца изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих герметичность и надежность соединений. Трубы и фитинги можно использовать при максимальной температуре стоков 80 градусов, при этом срок службы составит 50 лет. Также возможен кратковременный сброс стоков с температурой до 95 градусов. Отдельно хочется отметить невысокую стоимость системы внутренней канализации производства «Ростурпласт», а приобрести всю номенклатуру изделий возможно в компании «Профпоток».